Я уже начал подозревать, что ты не выполнишь свою часть сделки. Отдай сердце мне. Ты солгал мне про приближенных. Они не думали охранять башню. И что с того? Моя древняя история к нашей сделке отношения не имеет. Я обещал тебе башню. Ты ее получишь. Тебе нравилось не давать мне то, что мое по праву? Вернув свою силу, я подобен самому Богу. Я мог бы выпить мозг из твоих костей быстрее, чем ты сделал бы один вдох. Я мог бы. Но у меня есть деловые принципы, которым я следую. Кстати, можешь не рассказывать мне о равновесии и законе. Желание отомстить я ни с чем не спутаю. Нельзя не уважать его. Что до обстоятельств моей отставки. Скажем так, мне не нравится свита, которой окружил себя мой господин. Почему ты бросил вызов Разрушителю, Самаэль? Пройди свой путь до конца, всадник, и ты обязательно это поймешь. Ты доверяешь ему? Самаэлю? Кто знает, в какой круг ада ведет этот портал? Мы еще встретимся. Азраил. О, небеса! Седьмая печать не была сломана. Есть ли у тебя причина бояться меня, ангел смерти? Если не собираешься убивать меня, может, ты поможешь мне? Скажи, зачем мне делать то, либо другое? Послушай меня. Необходимо закрыть врата. Необходимо отрезать башню от источника. И именно из источника душ Разрушитель черпает свою силу. Источника душ? Да. Миллионы душ. Провощенные, истерзанные. Они и та сила, что питает войска Разрушителя. Ты страж загробного мира. Смотритель источника душ. Ни одна душа не сможет вернуться в наш мир без твоего ведома. Если только ты сам не откроешь ей путь. Разрушитель выставил против меня сильнейшего из приближенных. Я преуспел не более, чем ты, всадник, сражаясь со Страгой. Страга, ты отведешь меня к нему? Да, обещаю. Говори, что я должен сделать для ангела смерти. Пожалуйста, найди способ перенаправить силу в этот зал. Пожалуйста, найди способ перенаправить силу в этот зал. всадник. Разве мог я представить, что ты станешь моим спасителем? Поторопись, пока Страга не узнал о твоем приходе. Когда я нашел тебя, ты сказал, седьмая печать не была сломана. Эти слова я уже слышал. Авадон сказал то же самое перед своей смертью. идет!